Меня зовут Айжанова Камила, мне 16 лет, я из Казахстана, города Шымкент. И я хочу представить свою работу для участия на гранд-финале от Golden Time Talent. Мой рисунок называется «Момент улыбки». Рисовала я на компьютере графическим планшетом в художественной программе Krita. Рисуя, я думала о том, как более точно передать слово «момент», ведь оно всегда ассоциировалось у меня с чем-то мгновенным, но запоминающимся. Поэтому я решила добавить в первую очередь фейерверки. Рисуя, я очень люблю задумываться о смыслах или даже историях своих работ, поэтому эта моя работа не обошлась без этой идеи. История за этой картиной такова. Главная героиня, гуляя по пляжу, прихватила с собой фонарь для освещения пути, но, заметив на небе яркие фейерверки, что мимолетно подсвечивали ей путь, она улыбнулась ситуации, искренне обрадовавшись и посмеявшись. Ведь выходит, что она взяла с собой фонарь зря. Таким образом, я хотела показать, что даже такие маленькие моменты способны вызвать у нас улыбку. Я подобрала более синие оттенки, а свет сделала просто желтым. Именно так я хотела показать, что темная ситуация изменилась в светлую, радующую. Широкая улыбка героини заметно передает эмоции. А глаза, как многие считают, это зеркало души, поэтому я нарисовала их яркими и живыми. Одежде девушки я решила сделать простую, чтобы не отвлекать от главной части ее лица, а точнее его выражения. Рисую я, вдохновляюсь своими мыслями и эмоциями. Для меня не важно какими, грустными, злыми или радостными. Таким образом я учусь и развиваюсь. И я считаю, что эта работа дала мне шанс подняться на совершенно новый уровень. Oh,